часовая пробежка перед всеми своими основными делами. Я думаю, что это полнейший кайф после, тем более, восстановления, как я начала ходить. И сегодня я кое-где появлюсь. Еще надо что-то дальше делать с треками, поэтому следите, смотрите, все самое интересное впереди. Я дома побегала, это была очень сложная для меня тренировка, потому что я давно не бегала. Еще мне стали писать, что я стала на человека похожей. Я с вами согласна. Моюсь и еду по своим делам дальше. Взяла себе порядок. Сейчас еду в одно из известнейших мест. А дальше все покажу, расскажу. Безумно приятно, что вы меня любите. Я могу сказать, что либо вы найдете себе нового любимчика на Доме 2, либо следите за моей жизнью, и все самое только впереди. Честно вам сказать, я не тот человек, который может по кому-то скучать. Наверное, скучание – это такое очень странное чувство для меня, и поэтому я просто хорошо ко всем отношусь и буду рада видеть всех тех, с кем... Да, все правильно, я ушла с проекта. Уже на проект в ближайшее время точно не вернусь, но с мужским полом я общаюсь. Из Дома 2. Да. Вы спокойно можете следить за мной в соцсетях, в Инстаграме, например. Так, ну что, дорогие друзья, вот буквально секунду назад я узнала, что у Яночки есть жених на проекте, и она возвращается. Недолго музыка играла. Да. Я, кстати, очень по тебе скучала. Я тоже по тебе скучала. Это интересно. Очень приятно. Врешь, но приятно. Пока, сики. Наташа, я безумно тебя люблю. Твой любимый кабинет, где ты любишь ночевать. Я составлю тебе, походу, сегодня компанию. Задают вопрос, почему я ушла с проекта. Уйти с проекта я собиралась еще в феврале. Вернувшись спустя полгода из адовой ссылки Сейшельских островов, я поняла, что это, наверное, уже все не мое, я переросла. Плюс еще, мне кажется, Дом 2 меняет концепцию. Там такие все юные, которым важен только ТикТок, какие-то соцсети. Но никто не заинтересован особенно в любви. Поэтому я пока поживу за периметром, у меня все прекрасно. Я кайфую и, самое главное, наслаждаюсь жизнью. Вот. В предыдущих сторис я рассказала, почему ушла. Кратенько просто. В целом, я думаю, что лучше идти дальше, когда ты уже перерос, и тем более я была год без отношений. Нет смысла. Ну, я могу сказать, что, наверное, по большей степени да. Почему? Я очень сильно себя люблю, и поэтому, наверное, уверенности у меня хоть отбавляй. Конечно, возьму это все на заметку, но мне нравится мой нос. Меня все устраивает. Так, я тоже передаю вам приморский привет. Смотрите, Настя Стацвят. Почему она должна именно ко мне приехать? В Москву, да, и будем уже здесь плотненько общаться и обустраивать нашу дальнейшую жизнь. Конечно, я поддерживаю со Стацвят общение. Куда без нее? Плюс я хранитель ее сбережений, поэтому без меня она тоже никуда. Мы привязаны к друг другу. Не знаю, даже хорошо это или плохо. Дорогие мои подписчики, 4 числа я иду в Soho Rooms на Моргенштерна. Все те, кто хочет со мной, свайпай вверх и приходи. Вы все правильно сегодня поняли, я ездила на шоу «Бородина против Бузовой». А что там? Это самое интересное. В ЦУМе выдают маски. Господи, как это ужасно выглядит. Ну ладно. Я кайфую просто. Где я в ЦУМе? ППшная еда. Странный вопрос, если я на проекте была год. Но если хотите, задавайте конкретный вопрос именем человека, который вас интересует, отошла от него или нет.